Иван из Енисейска спрашивает, планирую уйти в отпуск, заявление уже подписано и перечислены денежные средства за все ранее неиспользованные отпуска. Могу ли я сейчас написать заявление на увольнение? Не потребует ли с меня возврата денег? Вы можете уйти в отпуск по следующим увольнениям. При этом в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации при увольнении выплачиваются все денежные средства в качестве компенсации за неотгуленные им ранее отпуска. При этом советую вам подать заявление работодателю об увольнении не позднее, чем за 2 недели до истечения отпуска. Евгений из Ачинска интересуется, имеет ли право жена требовать деньги от продажи бизнеса, если большая часть этих денежных средств взыскана в судебном порядке уже после расторжения брака. Если бизнес был создан или приобретен в период брака, а равно как и сделка купли-продажи была осуществлена в тот же самый период, то, безусловно, ваша бывшая супруга вправе претендовать на эти денежные средства. И тот факт, что вы взыскали эти денежные средства по решению суда уже после расторжения брака, не имеет никакого значения, так как доходы бизнеса в соответствии с семейным законодательством, а равные денежные средства от его продажи, являются вашим с ней совместно нажитым имуществом. Ирина из Канска спрашивает, могу ли я лишить бывшего мужа родительских прав на ребенка, если он периодически не платит алименты. Для начала вам необходимо обратиться в суд с требованием о взыскании образовавшейся задолженности вследствие несвоевременной уплаты алиментов. Так как в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации лишение родительских прав возможно только в случае злостного уклонения от уплаты алиментов. И если вы прежде не обращались с требованием взыскания алиментов, то ваше обращение суд может расценить как преждевременным и, соответственно, отказать в удовлетворении ваших требований. Рубрика подготовлена при поддержке Красноярского регионального отделения Ассоциации юристов России.